Еще мне нравится вариативность того, куда здесь можно падать в этом. Можешь падать на второй этаж, на первый. Везде можно отмансить, везде можно пушку найти. Пушек достаточно много, и здесь вот прям норм, можно падать. Челик упал. Вроде со мной двое летело. Опа. Челик. Опа, второй челик. Вот и мои подружки. Не умер, а я сейчас. Она же прям на нем взорвалась. Не? И как это пушить? 30 окон на меня смотрит. Это алкаш какой-то. Он вообще не выкупил, что происходит. Перед Козгу. Ладно, глушак оставлю. Что это за оранжерея? Конечно, очень сложно с ней уцеплять, типа. Душнилова домашняя, ну пойдем. Хотя иногда в пикселе нормально убирают типов. Эй, Твич! Эй! Эй, бро! Так, это было без компенсика, да? Сейчас будет с компенсиком. Ah.
Это животное просто ложится. Пошел давать. Не законтролил количество смоков. Блять, за то, что вы дропы лутаете в опене. И вас никто не наказывает за это. Прям вкусненько бюрсты залетели. Что-то БРДМ какой-то приехал. Так, на полрубля как кстати. Так, вот эти челы и сдохли. Еще тут есть эти засинки? А, вон там чел, по-моему. Да. Вот теперь у нас есть вот эти челы, которые с того компаса скрываются. Которые, по идее, тоже вот не берут. Крона хавает пули? Почему у меня пули не регала? Так, все. Вот и закрыли край кругом. Я вообще пришел броник обновить. Ну и на кильчике спасибо. Не, в ближнем бою она вообще без шансов карает. Брестовка. Прям, блять, очень больно. Типа, в лосс-файте. Вот какой пригорочек вкусный.
тиммейты сверху подошли. Это тиммейты с кемпа пришли, нихера себе. Сложно было его убивать. Мне тут надо было выходить, типа, я не хз. Надо было сразу, наверное, пробовать выходить.